19 марта коалиция западных стран начала военную операцию в Ливии. Бомбардировки военных объектов начались после того, как двумя днями ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую закрытие воздушного пространства над страной, а также возможность боевых действий против сил Муаммара Каддафи. В коалицию входят 13 стран, включая США, Францию, Великобританию, Италию и Канаду. По данным американских ВВС, над береговыми территориями Ливии была успешно установлена зона, закрытая для полетов, после чего военные перешли к непосредственным атакам подразделений, лояльных ливийскому лидеру. 24 марта, на пятый день бомбардировок, ливийские государственные СМИ сообщили, что была разрушена военная база в Триполи. На кадрах, представленных одним из телеканалов, виден огонь, а также поврежденная бронетехника. Сторонники Муаммара Каддафи уже обвинили коалицию в убийстве десятков мирных жителей. Однако военные чиновники США отрицают наличие жертв среди гражданского населения.